Но перед началом этого видео, дорогой друг, не ленись поставить большой пальчик вверх под этим видео, чтобы к тебе не перешел херобрин и не украл у тебя интернет. Если ты поставишь лайк, то может быть с шансом 1 из 100 тебе выпадет банка Кока-Колы прямо из воздуха. Окей, для начала, как нам устанавливать новые карты в новой террарии, которая наконец-то появилась в Steam Workshop? Ура, товарищи, это случилось. Заходим в раздел Workshop, мастерской, находим здесь раздел карты. Сортируем так, как вам удобно. Находим то, что вам удобно. Если прям сила в невмоготу нужно, может быть, топ-10 самых крутых карт сделать там что-нибудь типа этого. Нажимаю кнопочку подписаться на нужные, на странице нужной карты. И давайте, я не знаю, давайте еще что-нибудь подпишемся. Типа вот, вот эта хрень. Да, вот, подписался. Все, молодец. Заходим в игру. Заходим в воркшоп, подписались, после этого запускаем террарию, как обычно. Выбираем воркшоп, мастерская. Нажимаем импортировать миры. В этом списке появляются все миры, на которые мы подписались. Нажимаем кнопочку импорт, вот так вот. Нажимаем кнопочку согласен. Теперь этот мир скачивается, добавляется вам в папку миров. Теперь можно зайти через обычного персонажа. Да, давайте, например, вот этого классического. Да, он в режиме приключений. И в списке наших миров, доступных нам, появится новый мир Пулратия. То есть тот мир, который мы только что с вами скачали, установили. Заходим. Да, миры работают адекватно. Вроде бы этот мир про приключения, что-то там еще. Также, обратите внимание, что в этом миру находится замечательный магазин аккаунтов ключей GeronShop.ru, где можно купить дешевый Майнкрафт и сотни других стимовских игр дешевле, чем в Стиме. А также есть ссылки, там выдача автоматическим ботом всех нужных игр в Стиме. Все. И плюс ко всему, не забывайте всегда читать, что там написано перед тем, как вы покупаете эту штуку. И, конечно, не забывайте, что там отзывы от настоящих покупателей, которые что-то реально покупали. Помимо всего прочего, не забывайте, что у нас есть также паблик во ВКонтактике, паблик в где-то еще и паблик еще где-то. А, всякие Инстаграмы, Телеграмы, ТикТок, Твиттер, все ссылки будут в описании, жду вас там. Если есть предложения и комментарии, отзывы и прочее, не забывайте оставлять все это добро в описании под видео. Не забывайте, что Герон Гайда есть еще канал про Майнкрафт. У нас здесь все-таки террария, Валхейм и прочие популярные песочницы. И вот в таком стиле мы и снимаем ролики. Такие дела, есть вопросы, пишите в комментариях. Так, что я хотел-то? А, вот.